Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем нашу карьеру за лондонское Челси. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть, ну и также давайте поможем мне и добьем там 100 подписчиков. Мне будет очень приятно, так что дерзайте. Ну что же, сегодня у нас месяц январь в нашей карьере за Челси. На данный момент пока что 6 матчей. Интересные матчи в чемпионате Англии. Это Ливерпуль, Манчестер Сити и Тоттенхэм. Ну и также нам еще предстоит встретиться с Тоттенхэмом в Кубке Карабао, если я не ошибаюсь. В полуфинале уже. И если мы проходим Тоттенхэм, то скорее всего и выиграем трофей, потому что ни Вест Хэм, ни Бристоль не являются нам конкурентами в этом турнире. Поэтому надо постараться обыграть Тоттенхэм. Ну и также в Кубке Англии нам предстоит встретиться дома против Борнмута. И встречаемся мы вот в третьем раунде. Поэтому пока что так, не знаю, если пройдем Борнмут, скорее всего, вот в эти дни добавят нам еще четвертый раунд Кубка Англии, посмотрим, как все это у нас выйдет. Ну что же, посещаем пресс-конференцию, готовимся к матчу с Ливерпулем. Ну что же, Челси-Ливерпуль, мы сыграем против них первым составом. У нас он более-менее готов, у них есть расслабленные игроки. Не расслабленные, даже больше, наверное, уставшие. Мане, Салах, Ван Дайк, Трент Александр-Арнольд. Поэтому слабые зоны у них есть. Так, немножко схему я изменю. Из-за того, что у нас Канте единственный игрок, так сказать, со восклицательным знаком, ему надо поставить позицию цопника. Вот так вот, Жоржиньо. Единственный у нас в команде теперь будет в этом составе центральным полузащитником. И все. У всех хороший тонус. Всех он положительный. Плюс 4 вон у Канте теперь. Поэтому отыграем так, посмотрим. Будет ли как-то меняться наша схема или нет. Все. АПЛ, Челси-Ливерпуль, поехали. Ну что же, Челси-Ливерпуль, английская премьер-лига, начинаем. Салах как сейчас развернул, и 1-0. Ливерпуль выходит вперед, 34-я минута. Неплохое выдал ускорение, и отличная контратака, и Зиеш. Выход 1-1, Хаким Зиеш не забивает, а вот Хаверц. Отлично сейчас сыграл в этом моменте. И забил, поэтому лучше сейчас забрать мяч и идти забивать, стараться еще. Лукаку получает передачу на скорости, пасует в центр через Жоржиньо и Жоржиньо выводит все-таки Челси вперед. Отлично. 2-1. Челси выходит вперед. И вот, неплохая передача на Лукаку, еще и Ромелу Лукаку. В итоге забивает третий мяч Челси в сегодняшней встрече. И, мне кажется, ставит жирную точку. Финальный свисток. Челси одерживает, можно так сказать, волевую победу. Потому что они проигрывали по ходу матча со счетом 1-0. В итоге смогли забить три мяча во втором тайме и одержали важную победу над Ливерпулем. По XG мы, в принципе, наигрывали на победу. Наиграли на два мяча. Ну и Ливерпуль. Ну, у нас как-то XG здесь чуть-чуть побольше был. Так, ну и по оценке игрокам. Лучшим стал Ромелу Лукаку, у него гол плюс пас. Жоржиньо забил один гол забил Кай Хаверц, и голевую отдал Зиеш. Хуже всех отыграл Рюдигер, оценка 6,3. Так, пришло предложение по Цесару Аспиликуэти. Я не помню, нет, мы его вроде не продавали, но вот, даже не выставляли поэтому от Спортинга. Неплохие, конечно, деньги, но Лацо даже побольше он предлагали. Ну что же, домашняя у нас первая игра против Тоттенхэма в двухматчевом противостоянии в полуфинале Кубка Карабао. Лучших бомбардиров-то как таковых и нету. Одовда из Бристоля, кстати, но они продолжают участвовать, поэтому, может быть, Вестхэму он забьет. Мы выходим играть матч первым составом. Какие-то, может быть, сейчас ротации все-таки произведу. Того же Джеймса выпущу. Перейра немножечко уставший. Вместо Хименеза, может быть. Да, давайте того же Сара выпущу. Ну и вместо Жоржиньо можно выпустить Ковачича. Ну а так все. Вот таким составом будем играть против Тоттенхэма. Поехали. Ну что же, полуфинал Кубка Карабао. Первый матч Челси против Тоттенхэма. Начинаем. Через Канте, тут на Зиеша. Тут уже на Ромелу Лукаку. И все, это выход 1-1. Так обрезалась вся оборона и... забивает Ромелу Лукаку. 8-я минута. 1-0. Так, Ромелу Лукаку.
Ромелу Лукаку перебрасывает сейчас угол Льюриса, и это 2-0, и это дубль у Лукаку в матче против Тоттенхэма сегодня. Так, Сар отлично отыграл сейчас в обороне. Запомним мы этот момент и плюсик ему потом поставим. Ковачич, хорошую передачу на Хаверца дает. И Кай Хаверц еще забивает третий. 3 мяча за 30 минут. Хороший результат, я считаю. Так, Карамарич с мячом. Хорошая передача. А вот и Хёйберг побежал. И перебросит. Да, перебрасывает Менди. Зря так вышел, конечно, им. Но счет 3-1. Тоттенхэм забивает гол, мне кажется, престижа все-таки. И опасный момент. Удар. Кейн вышел и забил. Уменьшает наше преимущество. Вот так вот. Абсолютно первый ненужный гол от Хёйберга мы пропустили. Он, правда, ничего не значил. Но вот уже и счет минимальный в нашу пользу. Хотя вели 3-0. Минимальная победа в первом полуфинальном матче Кубка Карабао против Тоттенхэма со счетом 3-2. В любом случае мы одерживаем победу. Ну и посмотрим, что у нас по статистике. Всего было 2 удара у Тоттенхэма и 2 забитых мяча. Очень странно, мне кажется, Минди сейчас получит самую худшую оценку, потому что, ну, 2 удара, ни одного даже сейва не смог сделать. По ожидаемым голам мы должны были забивать 5, где-то вот опять не хватило нашей реализации. Так, Лукаку лучший игрок матча, дубль забил, Хаверц 1 гол, Ковачич отдал 2 голевые передачи, и Зиеш тоже 1 голевой пас. Ну вот Минди 4-4 оценку, также еще и Чилл 5-5 получил. Ну что же, сейчас у нас домашняя игра в Кубке Англии, играем против Борнмута, выйдет, естественно, второй состав, потому что дальше у нас более серьезные соперники. Челси против Борнмута, начинаем. Ну что же, мы на Стэмфорд-Бридж, к нам приехал Борнмут, Челси против Борнмута. Третий раунд Кубка Англии. Начинаем. Набирает ход. Выход 1-1. И попадает в штангу. Сейчас очень обидно. Маунт. И у Маунта не получается. А вот у Жоржиньо получилось. Кстати, очень странно, почему у нас Жоржиньо в этом составе, кстати. Это вопрос. Я кого-то продал в полузащите. Почему Жоржиньо оказался здесь? Скорее всего, кого-то я продал. Либо сдал в аренду и забыл, что у меня нету больше игроков. Справляется, и можно убегать. Хорошая передача еще и на Тима Вернера пошла. На дальней штанге у нас Пулишич делает счет 2-0. Так, Пулишич неплохо. Хорошую передачу через Тима Вернера. Вернер. Суперская передача. И Пулишич забивает сегодня у нас дубль. 34-я минута, 3-0. И подача на дальнюю, и Маунт. Еще и Маунт забивает. 44-я минута, 4-0. Какая сейчас шикарная была атака, подача и забитый мяч. Так, Кристенсен, хорошая передача на Маунта в касание. И Жоржиньо все-таки забивает сегодня дубль. 79-я минута. Получилось все-таки продавить снова оборону Борнмута. И все, финальный свисток. Разгромная победа Челси над Борнмутом в третьем раунде Кубка Англии. Сейчас посмотрим, будем ли мы играть уже в январе следующий раунд, либо все-таки уже попозже. Мы наиграли на 7 мячей, Борнмут еле-еле наскреб на 1, но вот забить не получилось. Лучшим игроком признан Пулишич, у него дубль плюс голевая, Жоржиньо забил 2 мяча, Маунт 1 гол, Тима Вернер отдал 2 передачи, самый низкий рейтинг в команде, оценка 6,5 у Риса Джеймса. Так, ну что же, действительно у нас нету полузащитника, многих мы отдали в аренду, многие нам стали не нужны, и нам нашли Педри, в принципе. Мне кажется, интересный игрок, его в какой-то карьере там уже по истечению 5 лет покупал, хорошо прокачивается, деньги у нас вроде есть, и на зарплату 200 тысяч вот оставили, примерно 50 миллионов, мне кажется, Барселона может согласиться продать нам его, ну и будет пытаться стать легендой у нас. Так, предложение по Сару. Его и продавали, но теперь, мне кажется, у нас пока что отклоню, потому что у нас сейчас вопрос в другом решается. Мне надо купить полузащитника. Вот, на защитника мне пока что денег не хватит, так что пусть Сара останется. Так, ну что же, у нас было сейчас изменение в расписании. Посмотрим,
появился кто-нибудь или нет. Да, играем против Кардифа в четвертом уже, получается, раунде Кубка Англии. И это я уже даже не знаю, какая стадия это. Очень много все равно команд. 1/16 может быть Кубка Англии, как-то так. Но в любом случае, соперники у нас дальше серьезные. Сити, Тоттенхэм снова дважды. Ну и игра против Кардифа. Снова предложение по Сару. Мне кажется, его уже просто надо снять с трансфера. Ну вот снова из Португалии. Уже третье предложение подряд. Ну что же, выездная игра против Манчестер Сити. Они идут на третьей строчке. Ну и сейчас у нас равенство очков с Манчестер Юнайтед. Но у нас матч в запасе. Поэтому будем стараться сейчас оторваться хотя бы на 3 очка от МЮ. Ну и, естественно, будем ходить первым составом. Сити против Челси. Поехали. Итак, английская премьер-лига. Манчестер Сити против Челси. Начинаем. Так, Хаким Зиеш неплохо. Хорошая еще и передача на Лукаку. Лукаку на Жоржиньо, и тот открывает счет. Отлично, 55-я минута, 1-0. Неплохо развернулся, корпус поставил. И, может быть, здесь сейчас Жоржиньо еще отлично. Дубль на счету итальянца сегодня. Ну и здесь просто шикарная комбинация. Не с первой, так со второй попытки получается у нас забить. Все, финальный свисток, уверенная выездная победа. Челси одерживает победу над Манчестер Сити на выезде со счетом 2-0. Ну что же, по XG мы наигрывали на 4 мяча, Сити на 1 наскребли тоже, но вот забить у них не получилось. Лучшим игроком признан Жоржиньо, у него 2 забитых мяча, и голевую отдал Ромелу Лукаку. Самая низкая оценка в команде у Рикардо Перейра, 6,6. Так, приходит предложение от Спортинга за 42 миллиона. Хотят у нас купить Кристенсена, мы отклоняем. Ну что же, сейчас у нас домашняя игра против Тоттенхэма. На данный момент игра в английской премьер-лиге. Играть все равно будем первым составом. Челси против Тоттенхэма. Поехали. Ну что же, мы на Стэмфорд-Бридж. Челси против Тоттенхэма. Начинаем. Зиеш неплохо через Рикардо Перейру. Тут Лукаку. Дождался передачи на Жоржиньо, и тот открывает счет. 1-0. Мы выходим вперед. Канте. Хороший был момент, но не получилось. А вот здесь на Лукаку прошла все-таки передача. 2-0. 15-я минута. Тот на Лукаку, и выход 1-1, скорее всего. Лукаку. Не получается с первой попытки забить. Со второй все-таки забивает. И мне кажется, это даже автогол Эмерсона больше было похоже. Но сейчас мы все это посмотрим. Не знаю, с камеры это вряд ли будет, конечно, понятно и видно. Нет, мне кажется, уже был гол от Лукаку. Уже в воротах Эмерсон. Да, вот здесь вот так подрезал мяч. Ну, сейчас посмотрим. Гол записали на Лукаку, все верно. И на этом все. Финальный свисток. В этот раз получилось снова забить Тоттенхэму 3 мяча. Но, правда, теперь мы не пропустили ни одного. В итоге сухая, разгромная домашняя победа над Тоттенхэмом. Так, по XG мы наиграли на 4 мяча. Ну и Тоттенхэм на 1 наиграл. Но забить не получилось. Так, Ромелу Лукаку. Лучший игрок матча. Дубль плюс голевая передача. У Жоржиньо гол плюс пас. Канте отдал одну голевую передачу. Хуже всех отыграл Чилл, его оценка 6,5. Так, нам приходит предложение по Лукасу Бергстрёму. Так, ну мы его, в принципе-то, и выставили, поэтому сразу же соглашаемся за 390 тысяч. Подаем в Вольсберг. Так, нам пришло предложение от сборной Румынии возглавить их команду. Мы отклоняем, и по Педри. Пришел окончательный отчет, давайте посмотрим. Ух, ну столько денег-то у нас, правда, нету. 65 миллионов он стоит, а вот Пабло Гави, не знаю, еще больше времени, да, на него уйдет. Камавинга тоже, Рики Пуч, на него-то нам прямо хватит, 38 миллионов отступных. Но на многих других я не знаю. Всего у нас 50 миллионов, времени уже не так много, 10 дней всего лишь до конца трансферного окна, поэтому я, правда, и не знаю. Попытаться Камавингу подписать как вариант. Больше я, правда, вот не знаю. Симмонс, который в Ливерпуле. Олисы, который в Кристал Пэласе.
Вот правда. И Хатарен есть как вариант. Он в аренде сейчас. Никола Заньола. Поэтому давайте попробуем Камавингу забрать. А в карьере за Реал мы его отдали в аренду. Здесь сейчас попробуем купить. А, связаться и купить, потому что денег нам все равно не хватает на его отступные, так сказать. Поэтому попробуем предложить. Я даже не знаю сколько, ну 40 миллионов. Дай бог, чтобы хватило. Так, они хотят еще и в обмен на Риса Джеймса. Нет. Карло Анчелотти многого хочет. Так, ну в принципе, да, можем с ними договориться. Давайте. 47 миллионов без всяких дополнительных выплат. Да, все, за 47 миллионов мы договорились. И теперь будем лично уже общаться с Камавингой. Вот в Реале он нам не пригодился, а в Челси так пожалуйста. Так, ну не знаю, важный игрок. Попробуем так. Да, он в принципе согласен, на 4 года, супер. Без отступных. Ну а по зарплате сами они будут говорить или мне. Давайте 60 тысяч евро. Да, замечательно. На 18 тысяч сэкономили. Зарплату будет он получать меньше, но зато договорились. И все, Камавинга. Практически в последние часы трансферного окна, там дни, он переходит в состав Челси. Вот так вот, ну посмотрим. В принципе, интересный трансфер. Француз на такую же позицию, как и Канте, может быть, какое-то вот знание передаст Камавинге Нголо Канте. Ну и Камавинга сейчас прямо и дебютирует в матче Кубка Англии против Кардифа. Мы начинаем. Итак, Стэмфорд Бридж. Четвертый раунд. Кубка Англии. Челси против Кардифа. Снова вызваны обратно из аренды многие игроки. Подача! И какой удар! И это Тимо Вернер. Я не знаю, запишут гол на него или нет. Но сейчас посмотрим. Но шикарный удар. Практически там через себя получилось забить. Смотрим еще раз. Подача. Ну, вроде как, да, именно Вернер. А от него мяч и пошел в сторону ворот Кардифа, да, записали на Вернера, замечательно. Так, Сар, неплохо так вперед, отдает передачу, Тимо Вернер ускоряется вперед. Будет пытаться забить сегодня дубль, у него получается. 14 минута, уже счет 2-0. Так, Тимо Вернер, неплохо здесь, набирает ход. Замечательная передача на Пулишича. И филигранный пас на Вернера. Тот делает хэт-трик за 23 минуты. У него получилось это сделать. Так, Пэк. Пэк с мячом. Отлично. Пулишич. И замечательная передача на Тимо Вернера. Немец уходит вперед. И хорошая еще и передача на Маунта. Отдает иглевую передачу. Тимо Вернер. 40-я минута. 4-0. Вернер. Вернер выход 1-1 и забивает четвертый мяч в сегодняшней встрече. И все, финальный свисток со счетом 5-0. Челси переиграл в четвертом раунде Кубка Англии Кардиф на своем поле. По XG мы наигрывали на 5 мячей, ну и Кардиф на 1 наиграл. Хорошо у нас отыграл Кепа сегодня. Лучшим игроком признан Вернер. Поучаствовал во всех голах. 4 гола, 1 голевая передача. Маунт, гол плюс 2 голевые передачи. Улишич и Сар отдали по одной голевой. Самая низкая оценка в команде у Аспиликуэты 7-0. Ну что же, последний матч на сегодня. Мы играем ответный матч против Тоттенхэма в Кубке Карабао. Первая игра закончилась в нашу пользу со счетом 3-2. Ну и первым составом встретимся против Тоттенхэма снова. Поехали. Ну что же, ответный полуфинал. Тоттенхэм против Челси. Поехали. Вот опасный момент. Домбеле забивает и сравнивает счет в серии. 3-3. Лукаку. Неплохо. Здесь Кай Хаверц. И 1-1 в матче. И 4-3 в серии. А вот и неплохой момент. Крамарич забивает перед самым перерывом. Сравнивает счет в серии. И выводит вперед Тоттенхэм в сегодняшнем матче.
Лукаку. Замечательно. Канте. Передача на Лукаку и с левой ноги. Лукаку забивает, сравнивает счет в матче и выводит Челси вперед в двухматчевом противостоянии. И все-таки забивает на ошибки сейчас в обороне. Просто не понять, что сделали. И снова забивает Крамарич. Уже дубль сегодняшней встречи. И выводит снова вперед в этом матче Тоттенхэм. И сравнивает счет в серии. Тут Зиеша. Лукаку. Через Зиеша. И вот хорошая передача на Жоржиньо. И Лукаку в итоге забивает. Сравнивает счет в матче. И снова выводит Челси вперед. 70-я минута, счет 3-3. Ничья в матче Тоттенхэм-Челси, 3-3 мы сыграли, но по сумме двух матчей мы выходим в финал Кубка Карабаха, где встретимся либо против Вестхэма, либо против Бристоль-Сити. По XG мы наигрывали на 5 мячей, а Тоттенхэм, ну так вот, на 3 мяча своих и наиграли. Лучшим игроком матча признан Лукаку, у него дубль плюс голевая. Также один мяч сбил Кай Хаверц и голевую одну отдал Канте. Хуже всех отыграла у нас оборона Рюдигер, Сильва и Эдуард Минди. Так, ну и в финале Кубка Карабаха мы сыграем с Вестхэмом. Они 4-1 в общей сумме обыграли Бристоль Сити. Так, нам приходит предложение по Жоржиньо в мадридский Реал. Его хотят подписать, ну так сказать, обмен на Камавингу. Так, другая команда интересуется Жо Гомезом. Лестер Сити 61 миллион готовы заплатить Ливерпулю за центрального защитника. Так, предложение по Аспиликуэте в Барселону. Хотят вернуть его в Испанию, тем более сейчас проблемы в Барселону. Не знаю, пошел бы он бы или нет, но мы отклоняем в любом случае это предложение. Ну что же, и по топовым сделкам. Главная сделка — это Кунде. Он перешел из Севильи в Интер. Дальше идет Сака. Он перешел из Арсенала в Атлетико Мадрид. И на третьем месте все-таки Гомес ушел в Лестер Сити за 65 миллионов. Так, ежемесячный отчет о молодежном нашем составе. Ну, вот Спенсера, но ему 15 лет еще нельзя. А с 16 лет вроде только можно подписывать игроков, но вот он достиг рейтинга 60 и выше, поэтому мы бы его, естественно, забрали, как только ему сейчас будет 16 лет. Так, а вот и ежемесячный отчет скаута. Так, 92 подписываем. И ищем очередных, ну, 90 тоже можно, 91. И все пока что. Ну что же, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. А с вами был Андрей и канал Футбол. Это же новая встреча, друзья. Всем до свидания.